Всем привет! Хочу вам рассказать, как после покупки пакета на сайте ultimafarm.com пополнить свою ферму коинами PLCU и заключить свой первый смарт-контракт. Итак, после того, как вы успешно оплатили и активировали любой понравившийся вам пакет, макс-лоуд вашей фермы будет расширен, и вы сможете загружать коины на ферму. Но вот незадача. У вас нет коинов PLCU, чтобы заключить смарт-контракт. Не вопрос. Я расскажу, как вы можете их быстро приобрести. Перейдите на биржу coinspeed.io. Если вы еще не зарегистрированы там, зарегистрируйтесь и пройдите верификацию. Только тогда вы сможете совершать покупку и пользоваться всеми возможностями биржи. Если у вас уже есть верифицированный аккаунт, вы можете сразу начинать. Для этого выберите в меню слева «Торговля» и в открывшемся меню выберите «Классическая торговля». В окне поиска вводим PLCU и выбираем торговлю PLCU USDT. Центральное окно – это график торгов, на котором вы видите, куда движется курс. Окно справа – это книга ордеров. Там мы видим заявки на покупку и продажу PLCU от пользователей биржи. Окно снизу – это окно выставления ордеров и чтобы купить или продать PLCU. Для того, чтобы совершить покупку, вам понадобятся токены USDT. У меня они уже есть на балансе. Выбираю справа меню «Кошелек», далее «Баланс» и вижу, что мои USDT сейчас на основном балансе. Чтобы начать торговлю, мне нужно их перевести на сделку. Нажимаю кнопку «Перевод», далее выбираю «На трейд», нажимаю кнопку «Макс», то есть вся сумма USDT, и далее нажимаю «Перевод». Отлично! USDT перевелись на сделку. Можем начинать торговлю. Переходим снова в меню слева «Торговля» и из открывшегося меню выбираем «Классическая торговля». Выбираем PLCU USDT. У нас есть два варианта, как мы можем купить PLCU. Выставить ордер, то есть указать ту сумму, за которую хотели бы купить PLCU. Или же купить PLCU по рыночному курсу. В окне выставления ордеров выбираем «Рынок». Зеленым цветом «Купить PLCU». Нажимаем кнопку «100%», то есть покупка будет на все имеющиеся USDT. Нажимаем «Купить». В открывшемся окне нужно подтвердить нашу покупку, нажав на кнопку «Подтвердить». Поздравляю! Вы успешно купили PLCU по рыночному курсу. Следующим шагом мы переведем эти PLCU на нашу ферму Ultima Farm. Для этого переходим в меню «Кошелек», далее «Баланс» и видим, что PLCU на балансе. Переводим PLCU со сделки на основной, нажав кнопку перевода. Далее на «Main» кнопку «Макс», чтобы перевести все PLCU, и нажимаем кнопку «Перевод». Теперь вы можете вывести коины с биржи. Для этого выбираем «Вывод». Справа вы видите поля, которые нужно заполнить. Поле «Адрес» нужно для того, чтобы указать адрес вашей фермы. Для этого перейдите на сайт ultimafarm.com. В меню слева выберите «Мои кошельки» и скопируйте адрес вашей фермы. В поле «Адрес» вставьте только что скопированный адрес вашей фермы. А в поле «Сумма» укажите сумму PLCU, которую вы хотите перевести на ферму. После заполнения этих данных вы можете нажать «Вывод». Отлично! Через некоторое время коины должны появиться у вас на ферме. Далее вам останется нажать на кнопку «Получить профит» и принять условия, передвинув ползунок и нажав на кнопку «Подтверждаю». Я вас поздравляю! Вы заключили свой первый смарт-контракт. Теперь вы будете каждый месяц получать доход в коинах PLCU, которые будут размораживаться в определенную дату сразу на ваш кошелек Ultima Wallet.